Всех приветствую на нашем канале. Сегодня у нас на разборе Лада Гранта в кузове лифтбэк. 15-й год, 1.6 Шиснарь. На механике с пробегом 187 тысяч километров. Этот автомобиль, возможно, вы уже видели на нашем канале. Был у нас заезд с этим автомобилем. Гонка. Переходите, смотрите. Очень интересный выпуск получился. Также переходите в нашу группу ВКонтакте. И хочу вам напомнить о том, что мы покупаем любые автомобили и в любом состоянии, а также проблемные автомобили по всему Уральскому округу по самой справедливой, выгодной для вас цене. Давайте посмотрим по повреждениям. Видим, что крыша отсутствует, передняя часть правая тоже отсутствует, слева фара имеется, но крепления все у нас отломаны, бампер, соответственно, сломан пополам. Штампованы спереди диски, сзади литой диск, зимняя резина. Посмотрим, что уцелело, выставим на продажу. Зеркало левое у нас с повторителем, целенькое, стоит на месте. Крыло имеет вмятинки. Водительская дверь загнута, стойка. Но сама дверь открывалась. Снутри открывается. Водительское сиденье в таком состоянии, мокренькое, поэтому у нас имеется такая подложечка. Рулевое колесо у нас жиденькое. На панели приборов видим пробег 187 тысяч километров. Задняя левая дверь. Видим, что подмазывали рыжики. От них никуда не деться. Автомобиль закрылся. Сейчас попробуем еще раз. Возможно, центральный замок сработал. Нет. Просто не открывается. Зажата, скорее всего, дверь из-за этого. Снутри все открывается. Задний ряд сидений, проемчик. С левой стороны двери у нас в автомобиле сами закрываются. Крыло заднее левое сверху у нас замятое. Задний левый фонарь у нас целенький. Повреждений нет. Бампер видно, что замкнуло. Имеется заломчик. Заднее правое крыло у нас целое. Фонарь, соответственно, также целое. Стекло разбито. Имеется здесь небольшое замятие, давануло стоечкой. Крышка багажника у нас с кнопки не открывается, хотя открывалась. Крыло, как я уже сказал, у нас целенькое. Задняя правая дверь зажата. Открыть возможности нет. Видим снизу коррозию. И передняя правая дверь. У нас видим, что стоит не в зазорах. Чуть-чуть давануло ее. Крыло подзамяло чуть-чуть тоже. Видим скольчики на самой двери. Вмятинки вроде визуально нету. Зеркало у нас тоже целенькое, на месте. По акту проверки автомобиля имеем такие данные. Автомобиль у нас был весь в родном окрасе. Сейчас с вами переместимся в салон. Посмотрим, что у нас по салону. Грузились в салон. Давайте запустим наш автомобиль. Запустился отлично. Сигнал звуковой работает, указатель поворота работает, имеется автосвет даже на нашем автомобиле, дальний моргает. Моторчики, стекла подъемников работают, слышно, что гудят, стекла опускаются, уцелевшие, но в самом блоке стекла попали и чуть-чуть нас закусывают кнопочки. Левое зеркало отрабатывает отлично. Правое зеркало у нас тоже работает отлично. Отопитель у нас работает. Посторонних звуков нет. Изменить регулировки нет возможности. Мультимедиа. Видим, что внутри, скорее всего, попала влага. Под углом вот так видно. Но сенсор даже работает. Слышим, что радио шипит. Дворники включать не буду. Соответственно, бардачок у нас зажат. На полном уверенном ходу машинка. Покажу у нас на территории базы. Прокатимся с вами. Что полностью все у нас работает. Задняя передача. Ничего не хрустит. Первое. Автомобиль едет. Еще раз задняя. Задняя передача. Видим, что
на полном уверенном ходу у нас автомобиль. Заглянем под капот. Посмотрим, что у нас под капотом. Как я уже и сказал, под капотом здесь шестнарь. Чувствует себя хорошо. Видны запотевания масляные. В остальном никаких звуков посторонних нет. Технические жидкости у нас все в уровне. Бачок омывателя подзажат. Еще раз покажу, как выглядит. Следующие пациенты на наш разбор также здесь имеются. Будем производить замер компрессии. Замер компрессии Лада Гранта лифтбэк 2015 год, двигатель 1.6, первый цилиндр. Второй цилиндр. Третий цилиндр. Четвертый цилиндр.